Новое расширение территории в магической битве. Все теории про домен Юты оказались правдой. Челикс действительно копирует, но только не само РТ, а техники в неограниченном количестве. Вы скажете, имба? Нет, ну в принципе вы будете правы. Ведь каждый меч является ударной техникой. Исчезает сразу после первого применения. Да вот только сама техника не одноразовая и может повторяться в других мечах. Откуда же столько мечей у Юты? Ведь их действительно многовато. Да все потому, что Кендзяку Ака Трансформер менял тела как ебаные перчатки. И Юта, скорее всего, съел его 11-й пальчик. Ведь сосудов было реально много. Но это всего лишь теория. А ты подписывайся, ведь тут много интересного.